Всем привет, меня зовут Ренат. Покер играю с 2010 года. В кэш, можно сказать, никогда не играл. В основном начинал с СНГ турниров. Потом появились спины, перешел в них. СНГ 9 макс одностоловый играл рекспид. Добрался до 30-го лимита. Спины десятки, 25-ки. Решил попробовать кэш, но больше на курс пошел даже не из-за того, что решил перейти в кэш. А почитал когда саму программу курса. Мне понравилось и то, что оно пригодится в любой дисциплине. Но именно давайте по кэшу расскажу. Начал на старзах NL5 катал до этого. Чуть-чуть, совсем очень мало, потому что другая дисциплина забирает время. На курсе начал в десятке катать на трех восьмерках. Результаты не очень, но как не очень. 3 ВББ точно есть. Дистанция. На дистанции там в районе 13 тысяч рук. Это не показатель, поэтому. А так, очень хорошая подготовка около игровых моментов. Тренируют правильно разбирать раздач, правильно учиться, правильно заниматься, правильно составлять план, рабочий план на игру, на учебу, на отдых и так далее. Курсом доволен. Честно говоря, ожидал меньше от этого курса, чем получил. Будем продолжать в том же темпе. Надеюсь, мой отзыв кому-то полезен. Будет.